Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня очередной хобби-влог, так что, кому интересно подобного рода видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я как-то неожиданно для себя подсела на раскраску «Айви и чернильная бабочка». Я уже рассказывала, что когда она только вышла, я прям сразу же ее купила. По-моему, первая, да, мне кажется, первая тогда я сняла на нее обзор, весьма, кстати, тогда и неудачный, но, правда, на тот момент я еще не снимала в основном раскраски, я как-то настолько торопилась, вот, но в любом случае мне эта раскраска и так на Озоне тогда досталась за копейки, я не помню, просто вот, ну, чуть ли со всеми бонусами не за 13, что ли, рублей, я не помню. Или я чуть больше за нее заплатила, но в итоге там обзор выложила, еще где-то что-то написала, кэшбэк там, бонусы какие-то. В итоге она действительно мне сначала рублей в 13, по-моему, обошлась, да, а потом она у меня окупилась вообще, как несколько раскрасок по полной цене. Это было, конечно, забавно, но что-то мне не пошло с ней. Нравятся иллюстрации, но начинала раскрашивать, забрасывала. Вот. Но в итоге сейчас я просто вот взяла ее полистать, полистала, потом захотела пораскрашивать. В итоге вот даже доделала иллюстрацию когда-то начатую. Ну, а теперь я поняла, что я хочу сделать вот эту иллюстрацию. Ну, оно и понятно, почему. Потому что тогда я еще особо-то, ну, только, ну как, я начала в 15-м году раскрашивать. Это, наверное, раскраска какой там год-то, я уж не помню. Наверное, какой-нибудь, там, наверное, с другой стороны указана информация. Скорее всего, 17-й, скорее всего, год. Так, где год, я не вижу. Да, 17-й год, конечно же. Вот, и ну, как-то я особо-то не заморачивалась по этому поводу. Ну, а сейчас, когда уже вроде бы акварелью пользуешься, и тем, и сем, и мэджики, как говорится, распробовала, то, наверное, уже и по-другому смотришь на эту раскраску. Ну, вот. Я, да, кстати, я же в прошлом видео хотела раскрасить этот элемент и не раскрасила его, ну, забыла. А вот, а сейчас, когда делала перерыв там между съемками видео на попить кофе, съесть вкусняшку, я раскрасила вот это и это. А вот, ну, потому что я всякий раз, когда сажусь раскрашивать, это я еще, когда только-только она у меня появилась, я решила, что буду вот здесь по одному элементу красить, и в итоге форзац заполнится. Но в общем, да. Мое рвение вы видите. Сколько раз к раскраске я подходила. Плюс-минус тоже видите. Да. Раскрашивала я фломастерами Artberry. У меня, наверное, штук их 10. Ну, небольшой был набор. Я на Озон брала. Тоже достался мне практически бесплатно. Вот. Фломастеры-кисточки. Ну, я взяла на кухню с собой 4 штуки, примерно как я и хотела, в каких цветах раскрасить. Я хотела здесь применить тот способ, который иногда я применяю с фломастерами, а именно, ну, когда вот так вот кончик к кончику фломастер соединяется, буквально на там секунду, и потом вот этот светлый фломастер берется, и он идет от темного к светлому. Вот такой вот переход получается. Но это не моя идея. Я когда-то у кого-то на канале подсмотрела, мне очень понравилось. Вот. Но здесь этот способ сработал довольно-таки плохо. Это связано с тем, что здесь, ну, понятно, это шабложка, такой глянец, и эта бумага практически не впитывает пигмент, и, соответственно, фломастер этот пигмент плохо отдает. Поэтому цвета довольно-таки бледные, и, ну, переходы получаются не такие явные. Вот, и даже на фибре
да, как бы остается вот цвет. Но правда, сейчас уже я почистила, как бы, и сам по себе цвет желтый, он сохранился, но вот фибра не очень чистая, к сожалению, потому что обычно такое не происходит на вот нормальной бумаге. Но вот здесь я попробовала по-другому. Я сначала немножко нанесла желтый, потом зеленый, а потом снова взяла желтый и просто растерла все это дело. И так мне понравилось больше. И вот. Но ладно, я думаю, что и здесь фибра очистится от какой-то другой бумаги. Надо просто их применять почаще. Так что вот так. И я решила, что вот здесь вот я раскрашу акварелью. По-простому. Насчет фона не знаю. Скорее всего, если фон будет, то вот здесь немножко сухой пастели. Причем сухая пастель будет не мунга, которая яркая, я чаще всего использую, а петербургская сухая пастель. Она более нежная. И как раз тут вот чисто символически где-то добавить будет отлично. Но я не уверена. Может быть, это я добавлю чуть позже. Потому что иногда, когда я сомневаюсь насчет фона, я оставляю и доделываю потом. Но иногда лучше так, чем что-то испортить. Так что не переключайтесь. Как всегда, брызгаю вначале. Ну, просто кисточку-то можно смочить и все такое. Но вот когда брызгаешь, то ну, краска как-то больше, знаете, размягчается. Смешиваясь с водой, так проще. А уже потом, да, кисточку можно смачивать. Ну, я тут решила использовать три цвета. Такой розовый, потом поярче и, не знаю, может быть, какой-нибудь фиолетовый возьму. Ну, и зелененькие листочки. В общем, ничего такого оригинального, но мне кажется, здесь особо это и не требуется. Хотя бы начну с такого, с простенького. Уже хорошо. Ну вот и акварелить мне здесь понравилось. Ну равно как и вот эту соседнюю иллюстрацию мне понравилось мэджиком красить, поэтому... Наверное, подобрала правильные материалы. Я немножко притормаживаю, потому что тут на редкость, там, где это, казалось бы, не надо, симметрично цветы расположены, поэтому теперь смотрю, как бы все не накосячить. Хотя все равно где-нибудь что-нибудь не то. Но поскольку я сама по себе задумала такой, ну, из трех цветов, я думаю, ничего страшного, даже если я где-то перепутаю. Так, я налила в пульверизатор еще воды, а то у меня там заканчивалось. Пузырек-то маленький, вот, и теперь удобнее брызгать, потому что хорошо, надо сбрызнуть. Ну, по крайней мере, мне так нравится. Ну, вот, видимо, такое сочетание будет действительно хорошим. Мне уже нравится. Ну и да, потом подсохнет. Наверное, нужно будет сухую пастель добавить. Я, правда, не все буду на камеру сейчас красить, потому что, ну, достаточно мелкие детали, и все-таки не хочется так напрягать зрение, плюс вечно косяков оставляешь. Я закончила раскрашивать иллюстрацию. Вот так получилось. Ну, простенько. Но я и ничего такого не планировала сверхъестественного. Как и собиралась, добавила сухую петербургскую пастель. Она все же мало пигментирована. Ну, не так сильно, поэтому самое то немножко оттенить. Так что теперь у меня... целый разворот, и я так подумала,
что, наверное, поступлю с этой раскраской так же, как и с раскрасками Лулу Майи, потому как они у меня долго лежали, и кроме ленивцев я ничего не раскрашивала, но еще раскрашивала немножко русалок. Остальное не трогала практически, потому что не знала, как к ним подступиться, так как там достаточно крупные иллюстрации, но бумага плохая, и фломастерами, ну, не раскрасишь, маркерами тоже. Я стала раскрашивать акварелью. Так вот, я подумала, что, скорее всего, я сделаю ее просто под акварель. По крайней мере, нет, что-то я здесь буду красить карандашами. И сухая пастель здесь будет присутствовать, но здесь будет присутствовать чаще всего акварель, и тогда дело пойдет. Но она как бы может лежать просто так, но с другой стороны, иллюстрации здесь неплохие, и вполне можно что-то пораскрашивать, поэкспериментировать. Ну, вот неожиданно для меня получилось так, и мне очень нравится такое разворот. Я вот чем больше смотрю на эту иллюстрацию, тем больше мне эффект нравится от этих карандашей. Он такой объемный. И ничего даже добавлять больше не надо. Ну и здесь нежненько так. Такой, знаете, контраст. Поэтому думаю, что в следующем месяце, может, в планы-то я ставить не буду. Но что-нибудь обязательно здесь пораскрашиваю. А кто знает, может, и в этом месяце. Посмотрим. Ладно, сейчас я верну на место пергамент, чтоб ничего не попачкалось. И решила взяться за фантоморфозы. Я сразу буду показывать процесс. Начну с фона, потому как, ну, в общем, здесь это будет правильно, так что вы сразу сейчас увидите, что именно я выбрала. Приятного просмотра. Так, я достала акварель в кюветках, которая «Гамма Виста Артиста Белые ночи». Тоже все это побрызгала, как положено. Вот это у меня иллюстрация с мышью. Здесь я буду сочетать, как вы видите, розовый и черный. Да, конечно, детская акварель такого гадства не делает. А здесь прям вот подсохло и становится бледным. Ладно, будем, значит, больше пигмента добавлять, прям побольше краски. Детская акварель, конечно, ведет себя получше в этом плане. Ну ничего, сейчас приноровлюсь. Мне очень нравится этот розовый цвет. Он прям такой красивый. Очень красивый. Там я посмотрела название, прям вот просто розовый. И когда они так перетекают, мне нравится, что где-то смешиваются, и получается такой коричневатый, что ли, оттенок. А иногда друг друга перетекают, но при этом не смешиваются. Тоже очень красиво. Вот. Но вам так с этого ракурса не видно, а я вот вижу такие подробности, здорово. Ну и хорошо, конечно, односторонняя иллюстрация, это очень хорошо. Чем хочешь, тем и крась, как хочешь. А воды можно лить в свое удовольствие. Это очень хорошо. Я даже удивляюсь, что я раньше такие сочетания не использовала. Но вот сегодня что-то эдакого мне захотелось. Каких-нибудь экспериментов. Так, продолжим.
Ну, в общем, конечно, сейчас я еще за кадром буду тоже раскрашивать, потом сделаю включение, покажу, что из этого получилось. Ну, фон, в смысле. За кадром я доделала фон, хотя, возможно, я его еще буду дорабатывать. Где-то что-то еще сглажу, добавлю, пока не знаю. Но это уже будет после того, как я саму эту мышь раскрашу. От этого уже будет зависеть. Но акварель, по крайней мере, розовая, мне еще пригодится здесь. Вот. Ну, у меня здесь использовалась акварель. Ну, вот на самом фоне это розовая. 213. И черная 703. Это вот гамма акварель. А вот здесь, я использовала «Белые ночи», которая... Ну, вот это изумрудная, как она там называется. И желтую, которая гамма. Там 147 номер. Сверху я добавила перламутровую акварель луч серебро. А здесь у меня тоже изумрудная «Белые ночи». И вот это вот... Фиолетовая 312 я добавляла. Ну и тоже сверху серебро луч, перламутр. Ну, пока так. Мне как раз хотелось сделать такой черный с розовым фон. Ну, вот с этими штуками можно было поступить по-разному. Можно было их единым фоном все это закрасить. И потом, к примеру, обвести гелевой ручкой. Но я захотела вот именно так. Вот. Так что буду сегодня еще доделывать мышь. Не знаю, тут, может быть, будет и карандаш, и гелевая ручка, и акварель. Пока еще не решила. А с обратной стороны... Ну, вот так вот выглядит. Вот, кстати, обидно, как, вот, когда на обратной стороне иллюстрации, ну, раз больше протекает, а тут вот не так-то много. Хотя я прям по полной программе ни в чем себе не отказывала. Воды лила прям очень много. Не говоря уже о том, что и саму краску я прям очень щедро брала, не мелочилась. Но вот я все-таки думаю, что когда у меня, например, вот это розовое закончится, наверное, все-таки возьму еще раз гамму набор, потому как все-таки и розовый совершенно потрясающий цвет, вот он очень красивый, и фиолетовый обалденный, и оттенки коричневого очень хорошие, и синие мне все нравятся, подходят. И главное, ну, действительно, здесь много таких вот нужных цветов, так что я, наверное, повторю покупку. Вот, потому что, ну, а «Белые ночи» — это так, только если какие-то мне понравятся. Ну, вот, в общем-то, то, что у меня есть, мне нравится. Хотя, по сути, вот эту я покупала и еще толком-то и не пользовалась, например. Остальные все идут. Ну вот серая точно будет постоянно приобретаться. Без нее никак. Да, и кстати, я посчитала тут количество работ, которые я раскрасила, в общем, за год. То есть с января 2020 года по, ну, декабрь 2020 года. У меня... Вот здесь вот записывается то, что, ну, я крашу по плану. А вот в этом блокноте я записываю то, что у меня не по плану. Поэтому, в принципе, мне очень легко посчитать, сколько я раскрасила. Ну и вот как раз-таки вот этот блокнот с тем, что не по плану, я начала вести как раз-таки с января 2020 года.
А вот этот я начала когда швести-то? С июля 19-го. Но я вот считала именно с января 20-го. И сейчас скажу, у меня получилось. Ну, достаточно не слабо так получилось. Сейчас найду. Тут записала. 658 работ за год. Ну, я считаю, что это очень даже неплохо. Как мне кажется, очень даже хорошо. Я довольна. Ну, интересно, сколько я за этот год раскрашу. Кстати, в том году я могла бы чуть-чуть и побольше раскрасить, как минимум на 3 иллюстрации, потому что я... В общем, когда... Это было, ну, в общем, в летние месяцы я ездила в Питер, взяла с собой раскраски, которые мне там нужно было доделать, но в итоге вот несколько раскрасок мне как-то совсем не зашло, и я не могла себе пересилить. То есть я красила все что угодно, только не «Побег в мир Шекспира» и прочее. Вот в этом месяце я решила взять эту раскраску, поставила в планы, по-моему, но что-то я боюсь, как бы я опять ее не отставила. Нет, ну можно ее, конечно, заменить чем-то, но в этом случае тогда ее уж надо разыгрывать или еще что-то. Не, ну я себя заставлю ее начать обязательно, а там, может быть, я изменю к ней отношение, потому что мне иллюстрации нравятся, но вместе с этим не могу себя заставить. Так, надо кофе подальше. Кстати, ну-ка... Мне кажется, что вот сюда надо больше перламутра. Вот здесь мне нравится, как выглядит. А здесь... Нет, ну здесь тоже нормально, просто свет так падает. Ну ладно, этот влог я буду завершать. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения и уютных раскрашивательных вечеров. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!